Доброе утро, товарищи, добрый день и добрый вечер. Утро доброе, ребята. Ну, наконец-то мы, да, хоть компьютер мы и не починили, но мы решили хотя бы хоть какие-то коротенькие влоги писать, потому что, ну, действительно, что ж, вас все равно в курсе держать надо. Я с горем пополам склепала видео, смонтировала, вот, и мне пишет 3 часа. Рендериться оно будет 3 часа, товарищ. Да, ну, то в общем, оно. 26 минут, блин, 3 часа, чтобы вы понимали. Гляньте, какие у нее симпатичные штучки есть. Хо-хо-хо. Кто помнит, я в АТБ покупала, помните? О. Это же просто великолепие, великолепие, смотрите, оп. Я буду сегодня, знаете, что делать этими штучками? Как вы думаете? Ну, кто первый скажет? Да ёшкин-кошкин, не могу за это засунуть. Я буду белить деревья. Ну, а что? Что у тебя по работе? Ну, иди покажи. Сегодня, кстати, 28 число. Да. Сегодня у нас среда. Среда. Чистый четверг. И поэтому сегодня нужно частично поприбирать, чтобы завтра уже конкретно доубирать. У нас сегодня, слава богу, солнышко. Вчера был пасмурный день. Не, ну выглядывало, конечно. Но, по крайней мере, не было этого сильного дождя, да? Ну, был. Он ну, целый день моросил. Ну, чуть-чуть моросил. Целый день моросил, блин. То сильнее, то больше. Ну, я имею в виду, не было, как у людей, что у людей вон это, как ты камеру держишь-то, алло. Что у людей снег был, за метель написали, понимаете? А блин, я в центральной Украине, короче, снег и так далее, смотрим, какие на центральной Украине, мы в центральной Украине. Да. И нема никакого снега. У нас брехуны, центр, блин, перевели уже, понимаешь, все. Перевели, а не центр, блин. Что у меня? У меня утопился жив, вонючка. Так. Блин. Фу, Ваня. У меня оса утопилась. Фу, Ева. А что он такой? А какие глаза? Чекай, фу. А что оно такого некрасивого цвета, а? Какого некрасивого, красивого? Не беленькое. Так оно же будет белое, оно же мокрое пока. Всяк шпаклевка. У нас сначала вот такая темная, а потом, когда высохнет, станет белое. Ты не богатенько воды новой? Написано 1:1. И ты один... Там 2 кило, я 2 литра сделал воды. Так, шо, ну что, товарищи, красиво. Я буду заниматься разборкой. Вот, разборкой хлама, перевозкой его пока есть туда. Вот туда, вот видите, кучка, да? А буду его перевозить вот отсюда. Вот, видите? Короче, 2 клетки уже разобрал кролячие. Вот еще одна, которую тоже надо, в принципе, разбирать. Думал отвезти мамке, но она ужасное состояние. Она сзади вообще разваливается, она сгнила вся. То есть, ну, это хлам. Хлам не буду везти. Разберу на запчасти, запчасти отвезу уже. Вот. Вот такая вот штука. Ну, запчасти полить. Вот. Так что так, товарищи. Сегодня вот такие вот занятия. Зая идет белить деревья, я разбираю вот этот хлам. Веталь должен, братуха мой, прийти на помощь. Там должен сделать, короче, какие-то мелочи по дому. Там вот. И придет, фу, брось. Фу, фу, фу. Вот так. Пока есть так, далее что-то будем показывать. Ой, ну что, красиво получилось, беленько все стоит, как видите, видите, да? Как видите, видите? Тавтология какая-то, елки-палки. Ну, как могла, так и побелила, ё-моё. Может быть, деревья сами по себе, видите, корявенькие. Ну, уже все равно красивенько. Даже манюсенькие вон там вот прибелила малёха. Вот там вот в краю тоже прибелила немного деревца. Вот. А Коля, молодец. А Коля молодец. Он знаете что? Он же разбирает вот это все.
До Пасхи хотим мы здесь немножко прядки понаводить. Тем более девчонки наши приезжают. Ура! Веталь, помахай. Веталь, Колин, брат. Вот. Наконец-то же мы отвезем эти доски на распалку. У них же печное отопление, поэтому распилить и хорошо, почему же и нет. Что ж покупать-то? Вы посмотрите, сколько досок получается, ведь богато. Вот, целая рова досок. Вот. И спасибо огромное Вале, соседка, вот через кручу вот тут. Вот, даст нам прицепчик. Потому что пока мы дождемся эту большую машину, чтобы перевезти вот это все, понимаете, к маме. А тут же что, на соседнюю улицу, ну, вручную тоже ж не потянешь, правильно? Вот, поэтому... Вон, я не знаю, будет там видно, не видно. Там Рыжик наш стоит. Рыжик поехал за прицепкой. Ой, даже не знаю, видно будет или не видно. В общем, туда поехал. Ой, речка такая сегодня красивая-красивая. Обалдешечка. Классно, красивенько вообще. О, Ёшка! Ты где был, засранец? Ёшик! Кабанчик, Ёшка. О, завелся Николашка. Вывозит прицеп. Он уже с прицепом ездил. Он уже брал прицеп когда-то. Вот. Надеюсь, что все получится у него. Там дорога, правда, на склон идет очень сильно. Вот, надеюсь, у него все получится. Оп-оп-оп. Он бережно. Все, крутяк. Спасибо, Валечка, спасибо. Огромное спасибо. Мы хоть с этим хламом трошки разгребемся. Тоже. Ой! Сил нету. Чуть не упало. Представьте, через эти кирпичи тоже надо это все увозить. Сейчас он сюда подъедет, и это будет потихонечку грузить. И сразу к маме туда. И там сразу же высыпать. Ну, возле двора, а потом Веталь, это бензопилой, или как там, вжик-вжик-вжик, и будет на растопку очень даже хорошо. Так что, вот такие вот делишки. Сейчас Коля крючочек сделает, и уже к нам. Ура. Урасики. Класс. Ой, ну это прямо сегодня чудесное дело, что у нас вот это вот появился прицеп. Это прямо вот у нас... Счастье какое-то. Счастье огромное, счастье. Спасибо, Валя. Спасибо вам огромное всем. Всем спасибо соседям, которые у нас хорошие соседи. Все. Серега, он деревья помог подрезать. Валя прицепчик дала. Если кому что-то надо, обращайтесь. Мы тоже поможем, да? Ничего. Что, ты можешь развернись сразу, Яков? Стой, давай я открою ворота. Коль! Я открою ворота, ты заедешь и вот так развернешься. Нет, это уже сложно. Чего? Не, ну если ты сюда заедешь, и потом задом, не, развернешься. Да нет, если сейчас туда по это самое, лучше отцепить, загнать и потом подъехать, понял? В смысле? Ну, блин. А, он не тяжелый, да? Нет. Просто это сейчас будут, не знаю, какие я тут буду завтра сдавать. Тем более под гору. Так, может, подожди, Веталь хай подойдет, не? Че, ты сам? Че, як? Так его жопкой уже-то завози, что ты? Да ну, Коль, не рви спину. Ну, что ты в самом деле? Я ж тебе не смогу, я ж тебе не помощник в этом деле. Ну, ты, блин, даешь. Видите, какой гирокакал, блин. Ё-моё. Классно, обалдительно. Ты, главное, стопаки там не поотрывай. Вон, смотри, видишь? Тратник. О, у нас посадочная цибуля даже есть, да? Ребята, кому нужна посадочная цибуля? Валя мне так это кинула, да? Не, ну зачем? Да я понял, что взяли. Так, ну цибулю мы заберем. Цибуля нам понадобится, пускай будет. Я ее сейчас возьму, здесь присажу. А, сейчас, хорошо. Ну что, загрузились, первую ходочку, сейчас аккуратненько, главное, чтобы оно все не посыпалось. Когда Николай будет сейчас заворачивать. Что я вам показываю, да? Сама смотрю, переживаю, думаю, господи, да не это самое. Так, ну нормально, что. Все, выехал, главное, чтобы ничего по дороге не потерял. Тут ехать-то недалеко. Я сейчас кому-то дам, Боника, а ну перестань.
Бонякина, блин, не может угомониться. Все. Ну, слава богу, первую ходку есть. И потихоньку перевезем эти все кучи. Красота! Ура! 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 Троекратная! Ура! Так, вторая ходочка. Вторая ходка. Так, собаки, я вас не выпускаю. Вторая ходочка, наконец-то. Вон, сейчас, вот, сейчас быренько уберут эту кучу. Красота. Потом ту кучу уберут. И вы представляете, какая у нас уже будет красотища. Избавимся вот это, от этих досок. Вот. А, и что? И что? И там останется нам просто немножечко погрябаться. Вот тут весь навоз, все, что там есть. Это же хорошо в землю. Вот, поэтому мы его постепенно в землю на огород уберем. Боня, у меня тут детский сад. Еву забрала домой, потому что ворота открыты. А Бонька все просится на улицу, тоже тут чудеса мне творит. Ну ничего. Сейчас они уже хотя бы эту кучу поперевозят. Красотища. Я такая счастливая, девчонки. Не думала, что буду такая счастливая. Просто от того, что будут забирать эти доски старые со двора. Обалдеть, это же уже будет как красиво, а? Ну что, товарищи, поработали отлично, конкретно я вам скажу. Как видите, сзади меня кучи уже этой огромной нету. Все вывезли. Вот, смотрите, какая красота. Ну понятно, да, что это сейчас некрасиво, но нету этой горы огромедной. Оставили только то, что ему не нужно, и то, что нужно мне. То есть какие-то доски, они еще целые, они еще адекватные, с них можно что-то сделать. Вот, а так, как видите, вот здесь вот нельзя было пройти, здесь была гора, ну, то есть, ну, где-то вот такая вот точно, да, вот. Вот прям по столбике здесь было навалено очень большая гора старой крыши, которая вот здесь была в этой пристроечке. Все, здесь, как видите, уже ничего нет, осталось самое необходимое. Вот, из чего можно что-то еще сколотить, склепать, я не знаю. Ну, то есть то, что живое. Поэтому вот так, товарищи. Единственное, что я затыкал, так это вот эту вот клетку. Забыл Виталику кинуть клетку, но прицеп я уже отдал. Поэтому не будешь же, блин, сейчас что-то вот за ним опять гнаться или как-то что-то делать. То я решил ее просто тупо разобрать. Разберу ее сейчас на запчасти. И какие-то запчасти, опять же, такие останутся для чего-то. Какие-то запчасти просто куда-то спалятся, да, и все. Так что так, как видите, вот почти красиво, почти порядок. Вот, занимаюсь дальше. И, кстати, спасибо соседке Вале. Валя, привет тебе. Вот, очень помогла с прицепчиком. Не знаю, как бы мы по-другому, блин. Ну, да фиг его знает, как его по-другому, блин. На машине что она багажнику сверху не перевезешь. Вот, так что так. Вот, хорошо, что есть добрые люди, которые могут помочь. Ребят, не знаю, что мы там много записали, не записали за этот день, но в заключение этого вечера я хочу вам просто показать вот эту красоту. Нажарили картошки, да с луком, да с чесночком. Капустку достали с погреба. Это квашеная капустка, она настоялась. Она такая классная, она просто ни с какой магазинской, она не сравнится просто. Капуста всем капустам, да, Николашка? Да. Говорю, у меня прям аж слюнки текут. А это, представляете, у нас квашеные помидоры закончились, но я половинками помидорки квасила для морса. И у меня, кажется, еще один бутылечек остался. Я не видела. То есть на морс не перетерла, а именно так. Вы попробовали, они такие вкусные, да? Вообще замечательно. Как квашеные помидоры, так и просто половиночками. Да. И юшечка вкусная, и все. И сейчас поэтому будем лопать. Мы сегодня будем есть на ночь не полезную картошку. Как всегда. Капустку квашеную, то, что на ночь не очень, ну, хорошо. И также квашеные помидорки. Не знаю, и знаете, что мы смотрим? Мы смотрим старый, добрый участок.
Да. Это сериал еще, господи, еще этот сериал, когда Даша была масенькая, я смотрела. Он мне такую нежность навевает какой-то этот сериал с Безруковым. Вот. Кто еще не смотрел этот участок, сериал «Участок», обязательно посмотрите. Это такой добрый-добрый фильм про деревню, да? Угу. Особенно классно эту собаку, которая вот так вот разговаривает. Все, всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Всем добра, тепла и уюта в каждый дом и в каждую семью.